друзья, понедельник, рынок Воба. Кстати, сколько время, сейчас посмотрю, здесь у нас родственники Митина, где сюда можете попить вкусные фрешики и гёздлями поесть. Мараба, гёздлями уже убрали, 4.45. Сейчас все собираются пораньше, потому что осень, поэтому приходите чуть раньше. Так, идем смотреть. Идем смотреть цены на вечернем рынке в Алании, в районе Воба. Так, 25 гранат, апельсины дешевеют, ну да, были уже по 15, я видел, сейчас 25. Оливки от 50 до 75 за кило, папайя кило 50 лир, виноград 60 лир кило. 30 вот такие помидорки, гранат 35, что-то дорого, 20 гранат, хурма 35, это штука 30, мандарин 10, кило 10 помидоры. Десять, 70 клубника, 30 хурма. Клубники, кстати, я когда был на пятничном рынке, мы были, я клубники там вообще не нашел. Не было почему-то. По 40 гранат. Эти гранат был по 15, сейчас уже нет по 15. Хурма 40. Хурма в этом году дорогая. На овощных магазинах вообще по... Это сделали, не помню. В овощных магазинах она по 70, по 80 вообще. Полный шок. 32 класс балкона. Вот это... А, ну это апельсины, да, 15. Вот супер цена. По 5 лир, смотрите, мандаринки. По 5 лир опять. По 5 лир, друзья. Ну не фантастика ли это? Согласитесь. Тыква 35 кило, очищенная. Ну вот скажите, а можно не взять по 5 лир, боже, солнышко светит? Можно не взять по 5 лир мандарины? Вот скажите мне, как? Разве можно? Разве можно не взять мандарины, которые по 5 лир? Вот скажите честно. Я думаю, что это просто невозможно. Поэтому... Поэтому я как раз и мелочь освобожу кошелек немножко, а то у меня одна мелочь в кошельке почти. Облегчим его и возьмем. Красивая хурма на пушился. Ну, опять же, видите, берут иностранцы. Ну, не будет турок покупать за 60 лир хурму, ну не будет. Ну, владелец отеля какой-то, бизнесмен, может и будет. То вряд ли. Вот иностранцы, если бы не покупали, она бы 60 бы не была. Стоит вот женщина из Германии, по-моему, и покупает по 60 эту хурму. Не знаю, для европейцев, конечно, может это недорого, как бы 60 лир, да, но Турция, хурма не должна стоить, я думаю, больше 30, это 100%. Никак не 60. Киви 35, авокадо 3 штуки 50. Вот такие. Слива 25. Хорошая сливка, кстати. По 20 гранат, хорошая цена. И по 50, тот, который типа без косточки. По 10 мандаринки. Так, ладно, разворачиваюсь, то я еще в тот ряд хочу пойти. ПМБ только сказал. ПМБ 15 лир. Супер цена. 15 лир. ПМБ это хорошая цена очень. ПМБ кал. У меня еще дома есть в холодильнике помидорки, не буду пока набирать. Хотя не мешало бы, но мне просто по набережной. По набережной еще хотел еще. Ну, кстати, месяц назад где-то был принят закон, который запрещает зазывать, кричать на рынке. Видите, все кричат. Ну, я, в принципе, не поддерживаю особо этот закон, потому что колорит именно придает солнышко, смотрите. Там. Колорит турецкому рынку придает именно то, что они кричат, поют песни, зазывают, каждый по-своему. Эти люди даже выбирают, что тут выбирать за 5 лир? Что тут можно выбирать? Что тут можно выбирать? Тут просто надо 5 лир давать и... кило.
Можно? Да, я сам, да? Вещь три. Стыдно, что это выбирать за 5 лир, но... Вещь три, али бакалам. Haydi 5 liraya, haydi 5 liraya, haydi 5 liraya, haydi 5 liraya. Evet 5 liraya, 5 liraya, 5 liraya. Evet abi, buyur abi. 70-80-90 lira. At abla, at biret, şurat. Haydi bakalım, haydi bakalım, haydi bakalım. 5 liraya, 5 liraya, 5 liraya. Teşekkür ederim. Айди, 5 лир, мандали. 5 лир, друзья, это... Ну, короче, у нас евро 30-ка сейчас. 1 евро, 30 турецких лир, поэтому сами переводите в свои денежные единицы. Ну, вы все понимаете, что это бесплатно. Вот зелень что-то еще не подешевела, значит, еще не вечерний рынок. 20 морковка. Зелень будет по 5 на вечернем рынке. 18 лир! Набирал, теперь я думаю на маяк идти. Блин, я еще не ел ничего сегодня. Вот такой вот пакет у меня с вещами. Что делать? Вот 25 гранат, штука 15 и 10 поменьше авокадо. Штука 30 лир большая и цветная, и брокколи. 30, 20. Людей много довольно. С вещевого видео выйдет, друзья, покажу вам. Выкопал там 150 лир вещи. Себе Никина показали, рассказал, сколько он будет работать еще. Виноград дорогой в этом году. Я ни разу не покупал арбуз в этом году, ни разу не покупал виноград. Один раз пока покупал инжир. Ну и так далее. Кто думает, что я тут кучеряво живу и все это ем с утра до вечера, то что вы видите, нет, друзья, к сожалению. К сожалению, нет. 60 нектаринный персик. 50 хурма. Клубника сегодня есть. Клубника есть по 70 тоже. Дешевле. Пока не видел. Сейчас посмотрим здесь в наших. О чем клубника. В 70 тоже клубника, видите? 30 хурма такая аккурат твердая. 15 лир супер цена. За его 15 лир. Яблоки. Яблоки сколько тоже 15. Тоже хорошая цена у него на яблоки. Игрушки он такие 15 лир тоже. Раба? 15 сладкие, он красивые какие вообще. Они прям сочные, медовые, прям по ним видно, какие они вкусные, сладкие. Так, здесь по 10 лимоны, по 20 бананы. Это хорошая цена. Да, я сегодня в кроссовках. Я первый раз одел кроссовки, где их уже застрял. Боже, как я ненавижу ходить в чем-то, кроме тапочек. По 20 шикарные помидоры. Хурма 40. По 20 тоже. Свекла по 15, морковка по 15, привет, по 10 пока тоже зелень у них. Что еще здесь? Капуста вот эта, забываю, как она называется, брюссельская. Такая свеженькая, маленькая, поштучная у них по 10. И брокколи, и цветная. Базилик красивый. Али, базилик сколько? 10. Субтитры
Базилик, да. Красивый такой у него цвет, смотрите, какой обалденный просто. Базилик, мандаринка. Если не против, к мандаринкам отправил. Я такую капусту никогда в свежем виде не покупал. Я ее покупал только замороженную. Я, в принципе, очень люблю. Надо будет как-то взять ее. Так, что, доходим до нашего любимого продавца орешек. Я погнал на море хоть выйду, а потом уже буду думать, что делать дальше. По 15 он есть, помидоры даже для еды, может быть, неплохие. Хорошая цена. Магазинов, конечно, нет. Вот видите, опять же, магазинов цены просто, ну, они, я не знаю, на кого. По 50, по 60 помидоры, которые на рынке 15-20. Ну, как такое может быть? Моя любимая парикмахерская. Я в прошлый раз взял телефон у хозяина. Буду потом искать, может, они переедут куда-то, потому что привык к ним. Только у них хочу подстригаться. Какие красивые, 1 300 лир манго, очень красиво. И это появилась крупная, смотрите, пакет 500 лир. Путаю сюда эту чернику с этим, с голубикой. Так, а нет у нашего сегодня продавца, или он отошел просто куда-то, нет еще. И выходим. Видите, там он всегда в одном месте. О, 15. Супер цена на апельсинки. 15. О, помидоры по полкило, а то и больше. Один. Смотрите, какая красота. 20. Кёй написано. Кёй. Кёй это... Хотел быстро перевести. Нет, не помню значение слова. Но это сорт такой там как-то написан. Кёй. 15 кабачки. Супер цена. Очень красивого цвета по 60, 150, сладкая картошка. Ой, нету здесь, блин, никакой шаурмы проверенной, чтобы можно было взять поесть. Такой голодный, да, с вчерашнего, с ночи ничего не ел. Время уже 6 вечера, да, или сколько там. Друзья, это был рынок понедельник, оба. Любимый наш райончик, оба. Блин, дети, он все в футболочках, а я как дурак иду в куртке. Ну как так, а? Что со мной не так? Почему мальчики в футболочках, а я иду в куртке? Солнышко, все, идем к солнышку, отель Аджар впереди. Но я вам его не покажу. Всем пока.